Я как-то спросили про мечту однажды, и я говорю, знаете, у меня нет мечты ни одной. Вот у меня все были какие мечты, и сейчас нету. Я говорю, как же ты? Я говорю, сейчас планы есть какие-то, вот я их реализую. Там. А мечта появляется, я считаю, что вот если есть мечта какая-то у вас, нужно прямо пойти делать в течение года все мечты выполнить. Я говорю, а как же? Спрашивают люди другие. Я говорю, а как же, говорит, я жить-то дальше буду. Мне детская мечта была, сейчас ее выполню, и как же потом жить-то буду? Я говорю, хуже не будет, точно не будет. Появятся новые мечты какие-то еще. Но когда мы будем все умирать, а мы умрем рано или поздно, я работаю в реанимации, я врач вообще по образованию, и полгода смотрел, как люди умирают, люди думают о том, чего они не сделали в этой жизни. Не было ни одного, который лежал бы такой, эх, я вот сделал то, все, вот жалко, сделал так вот. Люди говорят, я вот это не успел, то не успел, вот все, говорят, хорошо в жизни было, но вот это вот не успел, к сожалению, говорят люди. Поэтому есть мечта, идите выполняйте ее, и будет всем хорошо. Мне бы хотелось, чтобы каждый человек бы выполнял бы все свои мечты, прям как они появляются.